столице республики подвели итоги республиканского конкурса художественного слова имени Веры Кузьминой. На поэтическом вечере побывала и наша съемочная группа. В исполнении конкурсантов прозвучало огромное количество произведений на русском и чувашском языках. Лучшие чтецы приняли участие в итоговом концерте. Артем Вавилов подготовил отрывок из повести Михаила Шолохова «Судьба человека». За 5 дней уже так, с повторением уже все выучил. Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Конкурс художественного слова состоялся впервые и собрал немало любителей литературы – чтецов, поэтов и писателей. Участников разделили на 4 возрастные категории в 2 направлениях – проза и поэзия. Самые талантливые получили памятные грамоты и дипломы. Цель этого конкурса состояла в том, чтобы объединить этих детей, чтобы эта любовь к литературе у них не только зародилась, но и развивалась. Не это ли цель года литературы? То этот конкурс художественного слова имени народной артистки СССР Веры Кузьминой должен быть традиционным, ежегодным, потому что уже этот конкурс имеет свою значимость. Как отмечают организаторы, такие конкурсы дают возможность чтецам не только проявить свои творческие способности, но и развить их. В планах сделать этот конкурс межрегиональным, а потом и всероссийским. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика.